смс-ку от Анастасии Сергеевны получили, что пора бы гимнастикой заняться. Ничего то, что 2 недели назад. Но мы, в общем, решили заняться и хотим это сделать как на регулярной основе. И хотим вам продемонстрировать сегодня набор упражнений, которые нам прислала Анастасия Сергеевна, наш тренер по гимнастике. Ну, начнем. Упражнение первое. Мы ходим... мы разминаемся, ходим на полупальцах. Потом что мы делаем? Бегаем, потом поднимаем ноги высоко, да? Да. Что это такое? Разминаемся, в общем. Аделия все любит делать с мамой, поэтому я в теме и тоже буду заниматься сегодня гимнастикой. Пожалеем соседей и постелим коврик. Молодец! 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 Выкрутка, ага. Эти руки надо выпрямлять, стараться. А у меня так не получается. Ну, надо стараться. О! Видала? Получилось, давай. Ой, боже мой. Молодец. Вау-вау-вау. Я все, конечно, понимаю, Анастасия Сергеевна, но прокатка по спине и выпрыгивание 100 раз? Ну ладно, что, поехали? Я все, а она еще держится. Спинку надо выпрямить, но это нет. Вот. Поехали. Разминаем стопы. На себя. Сюда. Так, класс. К себе. От себя. 2 минуты нам нужно сидеть. Пятки все вместе, наверное. Ну, давай вместе. А как там обезьянку покажем? Ну, смотри. Теперь, наверное, поочередно. Оп. Я сейчас попробую. Ау! Я боюсь, если честно.
А у меня я не знаю, как вы это делаете. И эти колени. И колени вместе. Вот, смотри, как красиво. Колени вместе. Коленки. Складочка 50 раз. Ух-ух. И раз. И два. Ух-ух. И три. И четыре. И пять. Да уж. 50 раз. Ну, теперь у нас замок давай. Замок. Давай, поехали. И сидим, считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20, 56, 48. Неправильно. Ну, как бы... Шпагат. Я снимать видео. Молодец. А теперь надо стопы в разные стороны вытянуть, натянуть коленки и сидеть так. Я не помню, 2 минуты. Наверное, вот так. А может так, да. 2 минуты надо сидеть. Ну, надо вытянуть коленки и стопы потянуть. И 2 минуты сидеть. Вот, ставьте видео на паузу и сидите 2 минуты. О! Мне не тяжело, потому что коленки не втянуло. Надо вот такую прямую линию. Непонятно, как мне. Вот такая прямая линия. О, красивешный, коленки втянула, здесь все, о, и красиво сидим. И куда поползла? Сюда. Наоборот, куда? Дочь, ты куда поползла-то? Вот сюда. Угу. И сидим минутки две, да? А носки натянуть надо, колени выпрямить. Во, супер. Делаем циркуль. Еще циркуль. Молодец. Спасибо. Давай. Дальше. Давай еще раз, ребенок. Давай. 4 минуты нам нужно стоять. О, класс. Давай, 4 минуты стоим. Ага, и вытягиваемся, чтобы тянуло так приятненько, хорошо. Вот, молодец. Стоим, ставим видео на паузу и стоим так, точнее, сидим так 4 минуты. Так, поменяли ногу левую, руки по сторонам, по бокам. Выпрямляем заднюю ногу. Мне не получается. Ой, сейчас помогу, бегу, бегу, бегу. Давай, давай, давай. Солнышко. Класс, сидим на левой ноге, этот... Носок в другую сторону. Вот. Сидим 4 минутки. Молодец. Хорошо получается. Спасибо. Качаем спину 5 минут. Поехали. Оп. Качай, качай. Сначала не доставай, пожалуйста, до глазок. Просто качай. 5 минут. Да, и так раз, и два, и 5 минут качаем. Класс, давай. Разгружаем спинку. Одна минуточка. Сиди, сиди. Разгружаем. Я больше не могу, спасайте меня, выносите. Тебя по-смешному!
по-смешному талант делать, да? Да! Ну ясно, качайся. Махи готова делать, ребенок? Готова. 50 штук надо, давай. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Во, вот так надо делать. 8, 9, 10. Ой, 11, 12, 13. Ну, короче, вот так 50. И на другую ногу 50. Молодец. На этом все. Если понравилось, ставьте нам лайк. И подписывайтесь на наш канал. Делайте зарядки вместе с нами.